Приветище! Это Лего Fortnite, и мы продолжаем. Безумно нравится, как я тут появляюсь в этом мире, словно раскрывается мультивселенный портал, и я ощущаю здесь. В общем, это я, сладенький подарочек. Это мое поселение, здесь где-то неподалеку. А че в нем никого нету, я не понял. А где все... Народ, вы где? Во! Слава богу, это мистер Мяускул и еще два человека должно быть. Наша бомбастая девчулька и вот добытчица у меня еще есть. Значит, бомбастая девчуля куда-то опять свалила, как обычно. В комментариях очень дельные советы мне дали. Например, о том, что летающая фея, да, это не божья коровка и не бабочка, это вроде как фея. Ее ловить не нужно, в комментариях написали мне. И за ней нужно следовать, она приведет тебя к какому-нибудь сундуку или какой-нибудь ламе, которая даст тебе очень крутое снаряжение. Ну, или какие-нибудь ресурсы, в общем. Вот такие дела. По поводу пещер. Вот у меня тут пещера есть. В комментариях мне тоже написали, что они отображаются как вот такие вот домики. Я вначале думал, что это лачуга или палатки какие-то. Но это пещеры. Значит, в пещерах очень много ресурсов, в том числе и мрамор, который мне нужен для создания амулета. Кстати, но здесь я его не сделаю. Поэтому мы обязательно сходим в пещеру. Я еще своих друганов возьму, которые у меня в поселении живут. И мы завалимся туда бандой. Также мне сказали, что ломать здание лучше руками. Сейчас я проверю. Да, действительно, смотри, по 15. Здания очень хорошо ломаются. Ну, мне кажется, так даже будет лучше, если у нас тут не будет стенки. Можно и эту даже снести. Помимо этого, мне подсказали небольшой лайфхак. Вот, например, здесь камень у нас. Я здесь ставлю вот такой вот блок. Ломаю его. Давай даже вот в сторону камня. И камень, да, действительно. Я на это обратил внимание, когда ломал свою лачугу. И в комментариях это подтвердилось. Вот, смотри, так это же, ну как это? Это не фея, это же все-таки божья коровка. Я сейчас за ней проследую. Блин, капец, как это прикольно. Ты только что начинаешь говорить про комментарий, и на тебе, и фея это появляется. Волк, я забью на тебя болт. Потому что мне сейчас неинтересно с тобой драться. Где фея? Куда же она нас приведет? Прям любопытно. Во, смотри. Она показала, что здесь сундук реально. Да необычный, какой-то золотой. Вау, жрачка. А там волк на меня напал. Отойди. А если, кстати, я попробую сломать здесь вот сундук на волка? А, он сломался. Я понял. Причем в нем даже можно было что-то поискать, ты видел? Какое-то время его можно было открыть. Беру свой меч, короткий меч, который я сделал в прошлой серии, и сейчас мы зафайтимся. Опа, видал, как я отскочил? Сальто... Ай, задел. Куда ты побежал? Иди сюда, клыкастая тварина. Серая бочина. Ну что, по-моему, неплохо. Значит, первое, что я хочу сделать, это, конечно же, сундук. 6 досок. No проблема. Интересно ли... Нельзя использовать... Ну, серьезно? Нужно сделать здесь крышу. То есть, делаем вот такую вот штуку. И на нее навешиваем. Или не навешиваем, я даже не знаю. Мне холодно! Ёлки-палки, походу, стенка нужна все-таки. Без стенки не обойтись. Ладно. Допустим, вот здесь вот будет стеночка с другой стороны стоять. Так, устроить тебя. Вот стеночка. Ёлки-палки, я начинаю замерзать. И вот крыша, отлично, получается на нее крышу поставить. Давай, подталкивайся сюда. Во, крыша есть. О, я пойду сейчас погреюсь. Вот сюда. И мы начнем лесопилку юзать. Все, она не подождем, она может использоваться замечательно. А сколько там для... Пятера нужна была, да? Давай пятеру. Пятеру досок мне, пожалуйста. Запилите. А что это у нас тут светящаяся какая-то штука? Косточка? Видимо, на нас скелеты тут нападали. Пойду в гриль закину мяско. Пускай нам его пожарят. Все, 5 досок готово. Это я забираю. Строю себе замечательный сундучок. Теперь можно сюда все складывать. Стрелы. Арбалета у меня все равно пока что нет. Удобрение. Хотя это не лучшая мысль, кидать какашки в сундук. Ну вот, инвентарь почистили. Теперь
Мне нужно поговорить с моими ребятами, потому что они работали. Они работали на... Ух ты. Поговорить с Отис. Отис, подожди здесь. Так, ребят, вы там что-нибудь собрали или нет? Вы же мне помогали сбором ресурсов заниматься. Как работа? У меня есть нужные тебе ресурсы. Получить лианы, получить шерсть. Спасибо. Я думал, ты будешь мне дрова собирать. Мяус, что у тебя там? Он тоже говорит, на тебе лианы и на тебе шерсть. А, еще и грунт. Смотри-ка, у нас наконец-то появился забор. Ребята, я предлагаю здесь сделать забор. Только сперва, наверное, нам нужно сделать квадратное здесь пространство. Для этого нужно от нашей горы фундамент немножечко выстроить вперед. То есть вот таким вот макаром сделать. Давай мы попробуем это реализовать. Вот, да. Это, конечно, будет чертовски сложно. Но возможно. Древесины, правда, потребуется. Ого, сколько. Пожалуй, может быть, сходить в пещеру. Слушай, вон она у нас тут под боком. Почему бы нет? Ребята, ребята, пойдемте в пещеру, а? Хочешь со мной сходить в пещеру? Давай исследуем мир вместе, а? Мистер Мяускул хлопает в ладоши, а затем снисходительно гладит вас по головке. То есть, как бы, ну... Да, он теперь со мной, отлично. Так, а ты пойдешь со мной? Она именно добычица, она не исследователь, поэтому я могу ее назначить на сбор ресурсов, либо обработку древесины. Пожалуй, пускай обрабатывает древесину. А мы с Мяукслом, он, кстати, уже достал меч, пойдем в пещеру. Вот она, наша первая пещера. Ты готов, мистер Мяуксл? А че, кто тебя спрашивает? Ты же со мной пошел, значит, ты готов. Ух ты. Теперь вы здесь, в пещере. Найдите пещеру и войдите в нее. Как-то здесь неуютно. Огромные грибы, которые... Так, подожди. Хочу кирку вот эту убрать. И попробовать грибы пособирать. Посмотреть, что они... Они собираются. Нектарный гриб. Доски возьмем обязательно. Грибы, я так полагаю, здесь очень нам пригодятся. Наверное, сейчас я почитаю. Ингредиент для приготовления пищи, обычно растущий в пещерах. Ну, ладно. Хорошо. Доски тоже пособираем. Нам из них еще фундамент строить. Факел. Где факел? Возьму его в левую руку. Ух ты, сколько здесь скелетов. Неудачно изобрел, наверное. Мяуксу! Давай, бомби их! Я тебе сейчас помогу. Вот так вот, вместе мы сила! Ништяк. Пока все хорошо. Забираем. Вот это что это? Что это за кусты? Это можно... это нельзя разрушить так просто. А если кулачками? Не, бесполезно. Мяуксл очень жаждет истребить скелетов. Видимо, они ему когда-то чем-то насолили. Скорпионы? Офигеть, это скорпионы. Блин, Мяускл, куда ты? Я же за тобой прусь. Ёлк, я чуть тут кони не двинул, между прочим. Чёртовы скелеты. Надо пожрать. Чёрт, тут кто-то прибежали ко мне. Мяускл, выручай. Он бешеный, этот Мяускл, как будто кот в сапогах. Он на самом деле кот, но без сапог. С грибами я уяснил, что это просто ингредиент, который можно схавать, поэтому ошибка-то на него напирать не буду. Чё насчёт вот камней вот этих вот? Давай попробуем добыть. О, он мне и добывать помогает, красавчик. Что это у нас такое? Гранит. Это был обычный гранит. Так, гранит, 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 гранит. Все, гранит. Вон там может быть мрамор? Или вот это мрамор? Сейчас похоже на... Кстати, мне говорили, что в пещерах, чтобы добывать какую-то руду, скорее всего, мрамор, нужна какая-то определенная кирка. То есть деревянная кирка, я ее фиг добуду. А нафига я тогда сюда поперся? Чисто чтобы исследовать. Надо же провести исследование. Здесь можно очень глубоко спуститься и потом огребсти люлей. Нещадно. Готов. Пока спускаться не буду, я сейчас тут все прошерстю. Откат. Хорош. Музыка поменялась. Чё-то здесь... А там он что лежит?
Блин, меч уже скоро сломается. Нехорошо как-то. Надо было побольше сделать. Вот это что это? А, это шелк. Видимо, здесь кто-то замочил паука или скорпиона. За скорпионов только мясо выпадает. Значит, тут шелк падает только с пауков. Ну, как бы, что логично. Какой шелк со скорпиона? О, ты посмотри, кто это. Это же покатун. Руками, кстати, долбить его, это тебе не здание ломать. Спускаемся еще глубже. А тут что, выход, что ли? Погоди, или я вокруг... Нет, это тут грибы другие. Давай выйдем. Оказывается, это сквозная пещера какая-то. Так, так, так. Где это мы? Пустыня, что ли? Серьезно? Да, вот только я про пауков сказал, и они тут как тут. Они повсюду, эти мелкие паразиты. Пакел убираем. Смотрим карту, где мы очутили. Нифига себе. То есть мы вошли здесь и очутили здесь. Окей. Возвращаемся домой. Первая пещера не покорена, но исследована частично. Так, так, так. А это что у нас за постройка? Волки напали. Возьми свой меч. Какого черта ты кирку держишь? Мяускул. Ну, в принципе, нормально. Давай подойдем поближе, посмотрим, что у нас тут есть. Во-первых, предмет в руках. Его надо сломать. Что там у нас? Пусто. В этом ящике ничего. Наверху есть сундук, в котором имена. Давай его сломаем, чтобы здесь больше никто ничего не прятал. Помимо этого, я знаешь, что еще хочу? Подорвать это все дело. Я же могу бочку с динамитом сделать? Да, но пороха у тебя недостаточно. Ладно, значит, подрывать не будем. Будем ломать ручками. Давай, прикольно, что мяускал мне во всем помогает. Во всех моих начинаниях. Будь то там бой, либо что-то сломать надо. Правда, он не всегда ломает то, что нужно. Ох ты, ты посмотри, кто там наверху ходит. Тот чувачок. И он, походу, нас запалил. Но стрельнул не в ту сторону. Это хорошо. Куда он побежал? Куда эта дичь здоровая? Все, вроде бы она на нас не агрится уже. Это хорошо. Ой, он спускается, он спускается. Гранит, 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 гранит. Гранит забираем. Мяускул, беги оттуда! Валим! С ним мы драться не готовы. Вообще никак. Ёлки-палки. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Мяускул, тебя не задели? Чё ты там застрял? Бежим! Фух, оторвались вроде бы. Так, куда нам бежать-то? Где наш дом? Надо карту посмотреть. Карта? Да, мы в правильном направлении двигаемся. А, так вон та гора, это наш дом. Правда, я дым не вижу. Там почему? Еще одно логово. Хм, давай зачистим. Тут даже никого нет, вот тут прикол. А это что такое, подожди? Пшеница, я пшеницу нашел. Ладно, поднимемся повыше. Там тоже сундук, по-моему, был. Обычно тут бандиты обитают. Понял? Чтобы повыше разобраться, нужно лестницу достроить. Ладно, я сейчас посмотрю, что я там по лестнице могу. Как насчет вот таких вот кубиков? Хоп. Запрыгиваем. О, плохо дела. Дождь пошел. Вообще не к месту. Все, я сюда забрался. И мне сразу холодно. Здорово. Веревка. Веревку мне положить некуда. Что-нибудь сожрать, может, я могу. И стрела. Так, ладно, кирку мы здесь поломанную оставим. Стрелу забираем, еще одну кирку оставляем. Веревку забираем. Все, вот так вот. Я думаю, что надо что-нибудь сожрать. Как можно скорее. Чертова. Холодина. Тут динамит есть. Так, а чего ж я? Давай подорвем нафиг это все дело. Снизу. Спрыгиваем. Мы сейчас тут бомбанем все вот эти вот основания. Оно как разлетится в щепки и будет там счастье.
Валим. Да, основание не сломалось, нифига. Попробуем своими силами тогда. На последнем издыхании стоит, наверное, лестница. О, 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 обрушилась, обрушилась, хорошо. Но не до конца. Ладно, пускай так лежит. Инвентарь переполнен, деревьев у меня дофига, может что-нибудь выкинуть. Вот так вот сделаем. Объединим клыки. Все, валим. Домой. Мы добежали. Холод нас не окутал своими оковами. Фух, так, а что ты мне хочешь сказать, мистер Мюкс? Чтобы так накачаться, мне пришлось потратить аж 5 жизней. Буря меня не пугает. Тебе что-то нужно? Вот, держи, что я ему могу дать. Кирку. Держи кирку. Это мне пригодится, спасибо. Я ему нормальную кирку отдал? Ну, конечно, сломанную себе оставил. Ты посмотри, что у меня тут на грядках, как у меня тут все растет-то шикарно. Обалдеть. Что у нас тут по доскам? Ты занимаешься этим вопросом? Неясно. Давай попробуем у нее собрать ресурсы тогда. Как работа? Получить доску, получить деревянную палку. Давай и то, и то. Спасибо. 3 деревянных палки и 4 доски. Я тут продолжил строительство фундамента и понял, что мне сейчас придется рубить вот эти деревья. А так не хотелось. Или, может быть, их оставить. Значит, вот. Первая часть фундамента этой стороны, она готова. Теперь сюда я могу успешно поставить забор, но не такой. Вот такой. Блин, прикинь. Ему мешает фундамент. Забор должен ставиться на землю. Ладно, раз такие дела, я решил построить забор тогда здесь. И вход у нас будет между вот этими деревьями, которые я не хотел рубить. Теперь мне нужно возвести стенки. Мы это делаем. Вот. Сюда. Какие ворота у нас будут мощные. Ай да я. Теперь нам нужно верхушечки еще поставить. И, в принципе, на этом будет все. Просто так и дел. Все? Вот теперь вы... А, нет, это только 5 из 6 этапов выполнено. Ёлки-палки. Дождь пошел опять. Ну сколько можно-то? А теперь... Ворота частокола готовы! Давай теперь мы их откроем. Ворота для всех открыты. Заходить кто не хочет, но я закрою все-таки. Короче, вот насчет вот этого фундамента я погорячился. Я теперь сам сюда не могу залезть. Возможно, придется сделать тут лесенку. Но если мы сделаем лесенку, тогда все, кому не лень, будут к нам заходить. О, я могу себе сделать рыцарский щит. Так давай сделаем. И возьмем его в левую руку. Вот, теперь я настоящий рыцарь. Решил, короче, построить здесь домик для своих гостей, для новеньких. Вот, например, вот такой вот домище, да? Там, конечно, для двух тоже. И почему-то на фундаменте он не хочет строиться, только на земле. Ну почему? Ну почему? Ну хорошо, домик тогда поставлю тут. Видишь, как он строится? Он свой фундамент ставит, и уже на основе этого фундамента строится дом. Поэтому, в принципе, вот этот фундамент, который я тут выстроил, его можно ломать, либо... Ну нет. На нем можно выставить вот такие вот стены. На этом фундаменте. Только пол надо будет убрать. Что ж, приступаем к строительству нашего замечательного домика. Все начинается с фундамента. Дальше опоры. Сейчас мы их быстренько здесь заморганим. Столбики. Этап 2 завершен. Дальше у нас стены, окна и двери. No problem. Стена тут. Дверь здесь. Блин, может быть, я себе эту квартирку возьму, а? Она такая крутая. Здесь даже двери есть. Лидер должен жить в этом уютном квадрате. Хотя он ни черта не уютный. Мне больше на самом-то деле нравится моя лачуга. Так, я отсюда выйти не могу. Все, подожди. Открываем дверь, вот теперь выходим. Крыша! Нет проблем. Сейчас ее заморганим. Вот. Дальше у нас еще круче крыша. С этой стороны.
Вот. Теперь эту сторону. Готово! Осталось конек сделать. Вот он, конек. С этой. И с этой стороны. Бревенчатый сарай! Ой, это сарай. Надо было все-таки почитать, прежде чем строить. Но мне этот сарай безумно нравится. Прикинь, пошел рубить деревья, а у меня тут коровы на лугах пасутся. До этого я их либо не замечал, либо не видел. Че это вдруг они тут появились? Давай погладим их. Молочка мне дашь? О, спасибо за молоко, классно. На утро можно будет омлетик сделать. Вновь встретил это сверкающее существо. Бегу за ним в надежде, что оно покажет мне шикарный тайник. Лама! Лама, привет, ты мне что-нибудь дашь? Ее нужно погладить. Ух ты, прикольно. Яйца. А вот это что? Так, волки напали. Не к месту вы, конечно, прибежали. Но я буду сражаться с ними насмерть. Потому что это моя добыча, елки. Бодрящий нектар. Выпейте, чтобы восстановить здоровье и временно ускорить восстановление выносливости. Шейк из снежной ягоды. Эпический предмет. Выпейте, чтобы восстановить здоровье и временно повысить сопротивление жаре. Это, скорее всего, для пустыни подойдет. И вот эту вот штуку еще. Косточка снежной ягоды. Посадите на садовом участке, чтобы вырастить снежные ягоды. Прикольно. Посадим, обязательно вырастим. Ребята на нас тут напали. Help me. Ух, спасибо, отбились. Эй, дружок, я явно вижу, что ты хочешь ко мне в поселение, но это мой дом. Извини, я закрою прямо перед тобой дверь. Уходи. Сейчас я тут себе поставлю кровать, освещение обязательно, потому что как без освещения-то? Где-то вот так, замечательно. Освещение. О, для шикарного освещения нужен медный слиток и лаволит. И для фонарика тоже. Окей, тогда сделаем фитиль. Фитиль же тоже освещает. Прямо вот напротив кровати его поставлю. Ну вот, всяко поприятней. Можно теперь сделать это моей кроватью, полежать здесь, отдохнуть, восстановить сердечки. Все, подъем. Хочу здесь сундук сделать и поставить его у меня именно в доме. Вот. Ну что ж, надо идти и добывать корневяз. Без него дальше никак. Какой прекрасный день. Сегодня я предлагаю построить прялку. Благо для него у меня все готово, за исключением палок. Палки, пожалуйста, мне 5 штучек наделайте. Теперь нам нужны когти. У меня их целых 50 штук. Для прялки это важно. Куда мы ее разместим? Может быть, рядом с лесопилкой? Нет, рядом с лесопилкой. Нет, нет. Давай к себе домой нафиг. Все ко мне домой в итоге лезет. Она вообще... Ой, она здоровая. Она очень огромная. Хорошо, давай мы ее здесь поставим, рядом с верстаком. Правда, я к верстаку тогда не подойду. Давай... Куда же ее воткнуть-то? Пофиг, прялка, давай будешь тут стоять. Вот так. Этап 1 из 4. Выполните задание путешественника Тая. Теперь я могу делать шнурки. Юху! Новые предметы экипировки. Бичева. Что-то еще какие-то украшения на спину я могу делать теперь. Прикольно. Я думаю, что, интересно, мне хватит этой крыши? И можно ли прялкой пользоваться во время дождя? Надо будет выяснить. Если этой крыши не хватит, то надо ее будет продлить. Пойдем посмотрим, могу ли я сделать теперь новые предметы. Арбалет! Ёлки-палки, шнурок, дерево. Надо будет сделать. Амулет здоровья, понятно, что... Шелковая нить! Кстати, я же теперь могу шелковую нить сделать? Да, пожалуйста. Сделайте мне, пожалуйста, побольше на все. И я тогда смогу замутить себе амулет. Наконец-то я о нем мечтал. Амулет здоровья, это простой, а вот необычный. А, ну для необычного мрамор нужен. Тогда буду наслаждаться простым. Изготавливаем амулет здоровья. Наконец-то, где ты там у меня? Как тебя надеть? Просто на W. О, надели. И плюс одно здоровье. Теперь у меня вместо 3 4 сердечка. Зашибись.
Я тут, короче, подумал, что негоже, когда у тебя на полу стоит лампа, надо ее снести. Вот так вот. Я сейчас здесь поставлю себе столик. Ох, елки, какой здоровый стол. Я думал, он поменьше будет. А он причем здесь и не ставится почему-то. А что ты? Недостаточно ресурсов, понятно. Нужны необычные доски. Давай тогда вот традиционная стойка, типа тумбочки. Она сюда отлично входит. Во! И теперь мы на нее ставим вот светильничек. Красота! Вот теперь уютно и почти как дома. Смастерил себе палки. И, наконец-то, у меня теперь есть арбалет. Знаешь, что? Пока тут ковырялся, я увидел вот такой вот сверху значочек улучшения. И, блин, мне же моя бомбиста-идеалистка говорила, что ты можешь улучшать верстак. А я мимо ушей это пропустил. Ну, какого черта? Я бы уже давненько верстак улучшил. Пойду сейчас доски сделаю, улучшу верстак, и тогда у меня точно будут крутые инструменты. Юху! Верстак! Новая кирка! Где топорик? Вот! Лесной топор! Наконец! При помощи него хорошо рубит древесину и всех, кто не уберегся. Я думаю, что при помощи вот этого топора я смогу в пещере добывать ту самую пещерную древесину, то есть корневяз. Ну и при помощи кирки добывать мрамор, елки-палки. А погоди, для кирки-то нужна какая-то необычная палка. Палка из корневяза, вон оно что. Вот так-то. А там еще что-то вот в щитах, смотри. Амулет, хладнокровие и динамит. Ну что, лесной топорик, давай, создавайся. Вот пойдем его сейчас и затестируем в пещерке. А вот и я, здравствуйте. Здравствуйте. Где тут корневяз? Вот он. Да, до него будет... А, вот там внизу есть. До верхних корневязов будет проблематично добраться. Рубится! Ништяк. То есть смотри, я же обычным пробовал, нифига не рубилось. Бесполезно, видишь, нулевочек. А вот этим необычным топором, пожалуйста, руби, не хочу. Да. А вот и рецепт для корневязных палок, чтобы сделать потом кирку. А там сундук лежит. Ничего себе. Прикольненько. Давай, короче, вот этот вот корневяз еще срубим и будем возвращаться. Надо улучшать поселение. А то у меня путники приходят и уходят. Ух ты! Радуга появилась. Блин. Мне в комментариях писали, что если я приду там, где она начинается, то меня щедро вознаградят. Ого, ты посмотри. Пофиг на этих волков. Там висит облако, на котором что-то очень невероятное. А еще тут вокруг осколки летают. Гляди. Что это за осколки? Их можно собирать? Сейчас я подбегу сюда. Не, они не собираются, но... Но мне явно туда нужно как-то попасть. Ну что ты, волчара, блин, позорный? Чё ты за мной бегаешь? Уже бы отстал. Добился своего? Значит, мне нужно туда построить лестницу. Я умею делать лестницы. Древесина, в принципе, вагон. Почему бы... Ну, ай! Сраные насекомые. Ой, я долго буду, походу, строить лестницу. Отстань. Останься меня. Так, погнали. Лестница, это, по-моему, очень плохой вариант. Ну ладно, сейчас посмотрим, что получится по итогу. Готово. Не, ну боковушки я строить не буду. Делаем фундамент. Мне кажется, вот так вот проще будет сделать, да? Там музыка какая-то играет на этом облачке. Такая позитивная. А мне совсем чуть-чуть уже осталось туда, вот-вот, прям вот. Я уже здесь. Там кто-то танцует. Там веселуха. Я хочу туда. Все, высота приличная. Просто делаем вот что. Здорово, ребята! Как у вас тут дела? С кем я тут могу поболтать? Что вообще, собственно, тут происходит? Мне это надо срубить или что? О, забавно. Классно. А там какой-нибудь сюрприз или что-нибудь вы мне дадите? А, эмоцию мне говорили, станцевать, сделать какую-нибудь. Станцуем?
Смотрите, ребят, я танцую. Танцую, они мне там что-то выкинули. Благодарю. Благодарю. Ой, они все исчезают куда-то. Можно я сюда встану и чисто соло станцую? Ю-ху! Буги-буги! Ну все. Пойду спущусь вниз, посмотрю, что там мне выдали. Молния исчезла. Точнее, радуга. Как молния исчезла. Значит, дали щит короткий, меч, шерсть и молоко. Ну, неплохо, неплохо. И на этом спасибо. Я вернулся наконец-то домой. Привет. Ты что-нибудь мне расскажешь? Доброго дня. Я давно тебя вообще-то не видел, бомбистская диалистка. Не нравится местоположение построек. Ты мне это говорила? Так чем могу помочь? Может, ты мне еще что-нибудь расскажешь? Ну, у нас есть все основное. Еда, крыша над головой и источник тепла. А это кто? Раптор! Приятно познакомиться. Докладываю, я Раптор. Прием. Я люблю открывать тайны прошлого. Но встретить новых друзей тоже здорово. Приятно познакомиться. Мне сейчас нужна куча досок. Во, палка из корневяза. Надо будет несколько штук сделать, чтобы кирку смастерить. Давай посмотрим, что нам там еще не достает для улучшения поселения. Значит, корневяз есть, доска есть. Ну все, только рейтинг поселения сделать лучше. А для этого нам нужны какие-нибудь декоративные штуки. Может быть, все-таки стол? Я вот здесь вот поставлю рядом с грилем. Это будет удобно. Вот. Что ты сюда прибежал? Смотри, она прибежала и смотрит, типа, ла, круто, у нас стол есть. Ну, раз стол есть, тогда и стулья, в принципе, почему бы и нет, да? Вот вам два стульчика. И вот сюда еще один. Пойдет? Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть вот до следующего уровня. Давай вот два сделаем, значит, стульчика. И может быть вот сюда еще кроватку шлепнуть. А, древесины не хватает, я понял. Давай вот, например, лестницу все-таки забабахаем вот сюда наверх, чтобы можно было подниматься и смотреть, что там у нас на воротах творится. Правильно? Ну, наконец-то я все собрал. Улучшаем наше поселение, и сейчас мы получим дофига всякого интересного. Да. Значит, у нас открылась новая кровать. Дальше что у нас тут? Это мне. Жители время от времени будут дарить вам предметы. Прикольно, подарочки будут приносить. Растущее поселение. Это на третьем уровне было, понятно. Вот четвертый. Все на кухню. Жителей можно будет просить готовить пищу, добывать семена или полоть грядки. То, что надо. Разветвление. Жители, занимающиеся вырубкой деревьев, будут приносить больше видов древесины. Здорово. И новый домик. Гора частей плюс. Получите 3 новые награды для строительства и украшения. То есть какая-то смотровая площадка и крутая кроватка. Ну здорово. Здорово. Так, давай Раптора мы пригласим. У нас там кровать одна лишняя есть. Переезжай в мое поселение, Раптор. Прикинь, он говорит, я не могу, потому что у тебя... Да. Уровень поселения недостаточно развит, потому что... Мне же тут не дали плюс один чувачок. Он будет на 5 уровне поселения. Поэтому Раптора я позвать-то и не могу. Эх, извини, Раптор. Другой раз тогда. Ну а на этом все. Наше поселение разрастается. В следующей серии мы будем добывать мрамор, потому что он понадобится для следующего улучшения поселения. Также продолжим исследование этого чудесного мира. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще этого не сделал. Прямо сейчас вот опускайся вниз под видео, ставь лайкос, подписочку. И тогда мы вновь увидимся с тобой в новом ролике. Так что до встречи.